Привет, друзья! Записываю следующее видео про 7 Boosters. Сейчас я буду покупать пакет на $25. На балансе у меня 7,50 и не хватает мне до 25 $18. На Pyre у меня тоже есть почти $5. Значит, здесь у меня уже есть некоторая сумма, и мне нужно пополнить Pyre кошелек. Вписываем $14 и нажимаем пополнить. Вот, мне выставили счет в Kiwi кошелек, значит, мне нужно войти в Kiwi кошелек и оплатить свой счет. Вот, я зашла в Kiwi кошелек, в вашем кошельке есть счета, ожидающие оплаты. Заходим и нажимаем к оплате. И ждем, нажимаем оплатить и ждем код. Вот мне пришла смс-очка. Нажимаем продолжить. Все, оплата успешно проведена. Заходим в Pyre кошелек. Вот у нас $18 на балансе. Теперь мы идем покупать пакет на $25. Здесь вот мы вводим $18, которые нам не хватали. Нажимаем продолжить. Нас перекидывает на Kiwi кошелек. Мы выбираем Pyre, USD. Жмем подтвердить. Берите с запасом, потому что будет комиссия. Жмем подтвердить. Так, все. Жмем финансы. Вот у меня $25 на балансе. Теперь мы покупаем пакет на $25. Подключиться. Заявка отправлена на обработку. Все. Если, например, вы купили эти три пакета на 1, 5 и 10, а на 25 не купили, а под вами кто-то купил на 25, вы будете упускать прибыль. Поэтому советую вам на 25 обязательно купить. Рекламных кампаний свободно у меня еще 30 тысяч показов. Вот эти баннеры у меня уже до 6 числа показываются. Остались одни сутки, друзья, бесплатно показываются 1000 показов. И со счета здесь не списывается, поэтому торопитесь и покупайте пакет хотя бы на $1, запускайте баннеры вашего проекта, пусть они вот здесь вот крутятся. Все, на этом я заканчиваю.